Республиканские предприятия легкой промышленности за 10 месяцев года отгрузили продукции на 9,5 миллиардов рублей. Планируется, что год компании завершат с показателем 11 миллиардов. Об этом сообщил глава Минпрома Александр Шельдяев. К 2024 году объемы отгружаемой продукции планируется нарастить до 17 миллиардов рублей. Для достижения цели власти республики разработали несколько мер поддержки. Так, ежегодно из регионального бюджета выделяется порядка 100 миллионов рублей. Эти средства выдают предприятиями в качестве субсидий на закупку сырья и материалов. В этом году ее получили более 60 компаний. Кроме того, 42 предприятия компенсировали часть затрат на приобретение оборудования. Объем господдержки составил 110 миллионов рублей. В результате предоставленных субсидий предприятия «Легпром» модернизировали производство мощности и закупили дополнительное оборудование. К примеру, «Искош» за 2020-2021 годы модернизировал текстильную фабрику, цех по производству тканей с ПВХ-покрытием, приобрел 4 кругловязальные машины, швейное оборудование. Общая сумма капитальных вложений составила более 90 миллионов рублей. С ноября этого года предприятия легкой промышленности региона также могут претендовать на субсидию для реализации дохода генерирующих проектов. Ее максимальный размер составляет 5 миллионов рублей. Пока на получение преференции подана одна заявка от производственного сбытового кооператива «Башформа», который отшивает форму для школьников.